Добрый день, Александрия, готическая капелла. Около капеллы стоит экскурсионный паровозик и проходит свадебная фотосессия. Чудесный июльский летний день. На небе набегают красивые тучки. Балтийский уступ. Старый берег Финского залива. Рабочие, видимо, готовятся уложить новые газончики. Ворота со сфинксами в Нижний парк. Идем к Финскому заливу. Аллея парка Александрия. Дубы, папоротники. В ветвях шелестит ветерок, свежий воздух уже чувствуется, близость Финского залива. Вчера весь день шли дожди. Сегодня тоже набегали тучки.
Хорошо ветерок их разогнал. И стало ясненько. Хорошо.
шумит. И на пляже людей нет. Нахохлившиеся уточки. Плывут кораблики. Хорошо. Накатывают волны. Красиво. Красота. В самом деле, в парке людей очень мало. Видимо, испугались вчерашних ливней, утренней пасмурной погоды. И не пошли на прогулки.
возможно, в Александрии народ соберется после 6 вечера, когда вход станет свободным. Без билетов. А днем билетик в Александрию стоит 300 рублей. Детям до 14 лет бесплатно. И на пляж люди в хорошую погоду любят приходить с детишками. Красивый парк. Много дубов. Ухоженные аллеи. Хорошо здесь гулять. Каменная скамеечка. Можно подойти и посидеть на ней. Хорошо, теплый гранит.
Царевнева, Ледникова, Волуна, с вытесанной скамеечкой. Под старыми дубами. Терраса, обвитая виноградом. У пруда водяными лилиями. Плавают и плескаются уточки. Красота. Поснимаю с приближением. Thank you.
чудесно. Вот как хорошо. Утеночек. Плавают рыбки. Любопытный утенок. И плыл. Какой маленький утеночек, любопытный малыш. И водяные лилии. Красота. Папоротники. Водопад. Большие дубы. Лиственница. Вязы. Липы. Чудесно. Идем к коттеджу. Чудесный запах от лиственницы, три обхвата. Хвойный аромат. Ой. Такой насыщенный. Хвойный запах. Чудесно.
цветет жасмин. Дворец, коттедж. Какие цветники. А вы можете нас фотографировать, а? Попробую. Да, положи тут вместе. Ну что вы, я везде одна. Ну, так... А где же вообще касса? Вон там. А? Вон там касса. Касса вон там? Да, за калиточкой. А вход здесь, да? Да, вход здесь. Я хочу узнать, сколько стоит, зачем касса. А? Пальма, гортензия. И еще цветут розы. Агава? Агава, да? Да. Да, их даже видишь-то. Шмель в белой розе. Белая роза. Символ Александрии. О, какой. Добрался до нектара. Ну, не будем мешать. А где вы говорите, они живут? Это вот там внизу? Вот здесь внизу, под горы, вы видите там. А, вот круто. Да, и они там живут. Куда она живет? Я не знаю, как он мог оттуда сюда добраться. Да. Он какой-то уставший очень. Он тоже без надежды будет. Вот, видите, пожалуйста. А где он так нормально? Фонтанчик. Yeah.
Что, птенчика нашли? Там такой маленький. Маленький, ага. Черненький, да? Да. Ага. Там не он ходил и крякал, маму звал. Ну, найдется, наверное. Они такие. Они особо не бросают. Хотят. Вот, смотровая площадочка. Вот как хорошо. Чудесно. Померанцевое дерево, точнее деревья. Петр. Можешь же типа сфотографироваться, типа он у тебя на плече скачет. Да, блин, я хочу тут... Герб Александрии, выложенный из цветов. Розовые розы. Вот сколько их. Ой, как пахнут. И большие бутоны. Ой, как хорошо. Чугунная скамеечка. И царевич Алексей. Чудесно. Поймали утёнка. Всё, ну что, пойдём тогда. Я понял, вот так, снаружи обойдём. Поймали потерявшегося утёнка и понесли его сдавать утке маме.
кухня, где после войны жил Иван Петрович Андреев, воспоминания которого мы читаем. Вот какая чудесная Александрия. Едет экскурсионный паровозик. На экскурсии людей много. А ножками гуляет. Мало. Высокие сосны. Какие цветочки. Не знаю, как этот кустарник называется. Старые яблоньки. Много яблочек завязалось. Замечательно. Подписываемся. Ставим лайк. И пока-пока.